Привет, мои дорогие! Я снова с вами. У меня был небольшой перерывчик в записях. Я ездила в отпуск к родителям в Краснодар и на море. Как вы знаете, я очень люблю косметику, у меня ее очень много. И сегодня я расскажу о самых моих любимых продуктах в каждой категории. Надеюсь, вам это видео будет очень полезным. Я вам расскажу о том, чем я пользуюсь летом по уходу за своим лицом. Как вы видите, у меня комбинированная кожа, даже, можно сказать, очень жирная кожа. И моими помощниками это самое незаменимое средство. Это серия по уходу за лицом Optimals, именно для жирной кожи. Гель великолепно удаляет всю косметику. Им я и умываюсь, и снимаю макияж, плюс тоник. Дневной ночной крем из серии Optimals. Видите, ночной крем у меня уже закончился. Это старая упаковка. Дневной уже тоже у меня заканчивается. Сейчас я приобрету уже обновленную серию. Средства дополнительного ухода — это прежде всего скраб серии Spa Salon с малахитом. Шикарный скраб. Посмотрите, он тоже самое, баночка уже заканчивается. Увлажняющая маска. Нам кожу нужно восстанавливать. Один раз в неделю масочка и два раза в неделю скрабирование. Конечно же, несколько раз в неделю я пользуюсь вот такой вот кубочкой, которая очень хорошо очищает вашу кожу. Убирает, снимает роговевший слой и выбивает грязь из ваших пор. А это мой самый-самый-самый любимый крем, который я ни за что никогда не променяю. И даже говорю, я не знаю, как без него могу обходиться. Это антивозрастной крем против угревой сыпи для проблемной кожи. У меня серия очень жирная и постоянно угревая сыпь, и эта склонность, это не подростковая, это реакция на пищу, на стресс, что-то поела остренькое, тут же высыпает. Я уже не говорю о критических днях. Я им пользуюсь нерегулярно. А точнее как? Вот, например, критические дни, идет высыпание, либо съела какой-то продукт, и что я делала сразу? Я несколько дней попользовалась этим кремом, может быть, даже недельку, все. Эта сыпь приглушена, уходит, может быть, какое-то легкое остаточное явление, все, я его откладываю и жду следующих таких вот случаев. Я могу какие-то крема непривередливого у меня кожи там дневной ночной менять, серию у меня разно много, то вот этот крем, он у меня заканчивается, покупается следующий, заканчивается, покупается следующий. Он достаточно дорогой, но он... Это лучшее средство, которое я пробовала за все-все-все годы из разных серий, разных компаний. У меня темные круги под глазами, поэтому мой сос, палочка-выручалочка, это тоже крем серии BioClinic против темных кругов. Антибактериальное средство с розмарином и чайным деревом. Здесь уже у меня остаточки остались. Это средство и против угревой сыпи, либо если герпес начался, порезал, козы, ссадины, комары покусали, ранки, все-все-все-все. Против перхоти капаете в ваш шампунь. Также, когда я делаю маски для волос, для лица, тоже несколько капель. У меня есть отдельное видео, 30 способов применения этого средства. Тоже ни за что никогда не променяю, уже пользуюсь 10 лет, и как заканчивается, все время покупаю это средство. Следующий раздел — это декоративная косметика. И прежде всего макияж мы начинаем с тонального средства. У меня матирующая тональная основа. Самая лучшая, и она действительно очень хорошо, лучше всех контролирует у меня сальный секрет. И такой момент, что многие женщины не пользуются тональной основой летом. Говорят, забивают поры, и либо это портит кожу. Я уже в своих видео говорила, что французские ученые доказали, что если ежедневно пользоваться тональным кремом, процесс старения кожи замедляется на 7,5 лет. Далее, когда у меня темные круги под глазами, это корректор из серии Giordani Gold. Свою жирную кожу я припудриваю вот такой вот матирующей пудрой без контроль. Даже если вы купите самую дорогущую декоративную косметику, и если у вас не будет профессиональных кистей, считайте, что вы выкинули деньги на ветер. У меня очень много теней, и если их все выложить на один стол, то они вряд ли поместятся, потому что, мне кажется, это мой фетиш, я их коллекционирую. Поехав в отпуск, мне нужно было определиться, какие же мои самые любимые тени. Я выбрала прежде всего вот такую вот замечательную палетку от Demi Moore. Почему? Потому что здесь великолепные оттенки, которые подходят
на все случаи жизни и любому типажу женщин. Здесь есть и хайлайтер, и тут же здесь заменяется румянами, не надо дополнительно с собой брать. И скоро она будет в каталоге со скидкой, всем советую. Обязательно, да? Ну, скажем, что еще на всякий случай я с собой кинула в косметичку. Это вот такие двойные тени от Giordani. И вот такая вот палетка 100% цвета, где есть все основные оттенки цвета, и серый, и черный. Что, если, например, нужно качественный вечерний макияж делать, вот такой углубленный, то я добавляла к палетке от Demi Moore. Открытие этого лета – это гелевая подводка. Посмотрите, ее я очень много уже использовала. Я ее использую вместе вот с такой тонюсенькой кисточкой. Это действительно великолепное средство, и это лучшее средство для меня, так как кожа у меня очень жирная. Но она идеально держится, но перед этим нужно нанести тени, либо припудрить. Практически 6 лет моей самой любимой тушью была тушь «Очевидный эффект 5 в 1». Хотя я перепробовала множество различных тушей, которые выпускаются не только в Oriflame, но и в других компаниях. Также моя самая любимая тушь – это невероятный объем. И преимущество его в том, что утром, отведя ребенка в садик, я крашу один слой туши, потом в течение дня я подкрашиваю еще пару слоев туши, делаю. Если мне надо на вечер, то я, не смывая макияж, могу просто добавить очередной мазок. Могу обойтись без вот такого натурального карандаша. Когда вы прокрашиваете водяную линию, то ваш взгляд становится более свежим. Если меня смотрят сотрудники компании Oriflame, вам большая просьба. Пожалуйста, передайте компании, чтобы она вернула карандаши для бровей. Я без них не могу обходиться, я их ищу по распродажам. Вчера я заказала, вот видите, смотрите, сколько карандашков для бровей, когда они были. Я уже сколько перепробовала карандаши, это лучшие карандаши. Пожалуйста, верните или замените какие-нибудь аналогичные новиночки. Я долго думала, какую помаду взять, но не могу обойтись без двух помад. Это помада от Demi Moore, вот такой вот светлый оттенок. Конечно же, это энергоблеск, оттенок шампанское. Макияжа и палочка-выручалочка – это вот такие вот матирующие салфетки. Компания Oriflame, пожалуйста, прошу вас, верните такие салфетки, они жизненно необходимы. Есть только в распродажах. Видите, ловите штук по 5. Матируют великолепно. Сейчас я вам покажу. Так как свет идет, кожа у меня жирнится. И вот сейчас мы весь вот этот вот жирный блеск быстренько-быстренько удалим. Блеск она впитала, и вам не надо тратить дополнительные деньги на пудру или переделать макияж. Модно красить разными оттенками лаков. Вы можете выбрать 2 оттенка лака. У меня, например, выбрано 3 оттенка лака серии Giordani Gold новиночки. Очень быстро сохнет, буквально на минуту. Следующий блок – это косметика по уходу за телом, за волосами. Прежде всего, это мой любимый скраб для тела. Тоже остаточки остались. Это гель для интимной гигиены 2 в 1. И если вы едете в отпуск, либо на дачу, советую взять вот такое средство. Это и его можно использовать вместо геля для душа, понятно, гель для интима. Им замечательно можно помыть голову, но главное, чтобы еще кондиционерчик взять. Следующее, зубные пасты. У меня всегда их минимум 2. Почему? Потому что отбеливающей пастой можно пользоваться либо только один раз в день утром, либо чередовать через день. Самое жизненно необходимое для меня средство. Это зубная нить. Она у меня здесь есть на компьютерном столике, она у меня есть в любой сумочке, она есть у меня в ванной. У меня очень много, и они у меня еще есть про запас. Обожаю эти средства, и благодаря им ваши зубки остаются всегда здоровыми. Самый лучший крем для рук – это питательный крем для сухой кожи «Нежный бархат». Это мой любимый дезодорант «Актив». Летом всей семьей мы пользуемся вот такой замечательной солнцезащитной серией. Сейчас я еще заказала, потому что мне не хватило. И, конечно же, милые дамы, после того, как вы позагорали, обязательно мажьте тело себе и своим детям, мужу вот таким вот восстанавливающим средством. Сейчас упаковочку заменили, я его покупала зимой по распродаже по смешным ценам. Если вы хотите сохранить загар, если вы хотите, чтобы ваша кожа была молодой, обязательно после каждого посещения солнышка
Мажьте, и ваш загар будет длиться долго, кожа будет шикарная. Уход за волосами. У меня стиль амбре, окрашены волосы от самого темного до самого светлого оттеночка. Использовала я наши красочки. И мне теперь достаточно один раз в два месяца прокрасить корни, либо вот такую прикорневую часть. Я уже делала видео о том, как правильно подбирать шампуни, как правильно пользоваться вашими средствами по уходу за волосами, и что 80% не знают этих фишек. Первый раз я мою голову прикорневую жирную зону. Это шампунем для жирных волос. Видите, сразу двойной объем с запасом. Дальше оставшуюся часть, те, которые волосы окрашены и постоянно находятся под воздействием солнца, различные лаки. Конечно же, волосы становятся более сухими. И мы используем шампунь для сухих волос, чтобы его восстановить. Даже если вы часто не окрашиваете ваши волосы, используя вот такой кондиционер блеск, ваши волосы будут сиять. Ну и, конечно же, я не обхожусь без вот такого средства, которое вот тоже заканчивается. Это спрей блеск. Его вот так вот нанесли, и все, как будто бы только что после салона окрасили волосы. Смотрите, как у меня стали блестеть волосы. Маску для волос вы получите эффект дорогой салонной процедуры. Летом, практически перед каждым мытьем, если я не буду использовать маску, я обязательно наношу масло для сухих и поврежденных волос с кокосом и пшеницей. Очень хорошо восстанавливает ваши сухие, поврежденные, ломкие волосы. Я его могу делать либо в чистом виде нагрев, либо в консистенции напополам с любым оливковым маслом. Либо я только оливковым маслом хорошо промазываю волосы, заворачиваю в пучок, занимаюсь своими делами и через часик мою обычным шампунем. Вот не каждый день, но если мне нужна вечерняя красивая прическа, я использую вот такие вот наши укладочные средства. Ароматами 2 года подряд были Enigma Dorado Dream и Lovely Garden. Сегодня я перешла на новый аромат. Это аромат от Дженнифер Лопес. Называется «Любовь и гламур». Действительно, очень чувственный, женственный и стильный аромат. Этот аромат, мне кажется, идеально подходит для лета. Это цветочный аромат. Переходит в шлейф такой чувственный. И шлейф закрывается мускатным оттенком. Открою вам небольшой секрет. Это аромат не новый. Он выпущен 2010 года и продавался по всему миру. Дженнифер Лопес очень умная женщина. И доверяя бренду компании Oriflame, она решила продавать свою туалетную водичку через каталоги. Туалетная вода произведена в USA, в Америке. На этой туалетной водичке был наклеен, что Oriflame сотрудничает с компанией, да, то есть это вот наклеечка. Плюс, посмотрите, здесь есть штрих-код. Как раз-таки для того, чтобы эта туалетная водичка могла продаваться в магазинах. Ни на одном продукте в компании Oriflame вы штрих-кода не увидите, потому что они не предназначены для продажи в магазинах. Раз, два, три, и ваш образ завершен. Ну и, конечно же, моя любимая продукция Wellness, которую я применяю уже, наверное, с 2009 года. Вот такие вот витаминки, которые удобно дозированно брать с собой в зависимости, на сколько дней вы поехали. Вот такие вот коктейльчики. У меня они уже пересыпанные в баночке. Очень удобно. Опять же, я их пью не каждый день, под настроение, через день чередую, могу 2 раза в день. Последнее открытие это было супчики Wellness. Миксую их совсем, добавляю в супчики и сыр, и вареные креветки. Иногда добавляю туда колбаски охотничьи. Можно гаспачо супчик сделать холодный. Милые девушки, если вы хотите похудеть, это потрясающее средство, минимум калорий и очень полезные белки для вашего организма. Здесь и протеины. То есть, понимаете, если взять любое здание, важен прежде всего фундамент. Также важно знать, из какого материала это здание построено. Может быть, там песочек, может быть, там еще какие-то там рухлые какие-то там компоненты. Да? Так вот, именно ваш фундамент, ваше здание, ваш иммунитет, крепкое здоровье, ваше долголетие это продукция Wellness. Да, она дорогая, но она того стоит. А какие ваши любимые продукты в компании Oriflame? Пожалуйста, напишите в комментариях. А также, если мое видео для вас было полезным, ставьте лайк и пишите. Пока, до новых встреч!